В эту среду фьючерсы фондовой биржи США предвещают очередное повышенное открытие торгов, в то время как фьючерсы индекса Dow Jones почти на 100 пунктов выше в преддверии увеличения процентных ставок Федрезерва. Доллар по-прежнему играет на повышение. Все внимание обращено на пару евро и доллара США. Курс валют снижается, и в течение дня можно ожидать краткосрочных позиций ниже линии сопротивления на уровне 1,985 пунктов с отметками 1,9 пунктов и 1,875 пунктов. Британский фунт по отношению к доллару США ниже на 0,7%. Текущее значение 1,5027 пунктов. Пара доллара США и японская иена на 0,18% выше. Курс валют 121,82 пункта. Драгоценные металлы подвержены негативным тенденциям. Ключевая линия сопротивления золота сформировалась на уровне 1067,7 пунктов. Внутридневные показатели имеют смешанный характер. Вероятные краткосрочные позиции сегодня ниже линии сопротивления со значениями 1058,4 пункта и 1052 пункта. Стоимость серебра выросла на 2,29% и составила $14.09 за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.